Привет, меня зовут Илья, я с города Таллина, родина моя Эстония, мне 37 лет, 16 лет я употреблял тяжелые наркотики, героин, вел неправильный образ жизни, в 20 лет меня закрыли первый раз в тюрьму, и так жизнь моя пошла, тюремная жизнь. Я просидел 12 лет в тюрьме, был очень сильно любим у родителей, любимчик у родителей был, употреблял различные наркотики, коноплю, алкоголь, и ни к чему хорошему меня не привело. Но настал момент, когда в очередную отсидку я начал размышлять сам себе, и пришел Бог. И в моей жизни начали переходить перемены. Пришел человек с конгрегации Живого Израиля, засвидетельствовал мне за дом в Чехии, я начал готовиться, что приду в реабилитационный дом. И так пошла моя христианская жизнь. Сидя в тюрьме, я бросил курить, ругаться матом и подготавливал себя, что при выходе буду заниматься хорошими делами. Приехал на чешский дом. Слава Иисусу, что моя жизнь меняется. Аминь.